ветер, не знаю, слышно вам, не слышно, вот от машины первый сигнал, не смотрите, вот она выскочила, зелененькая такая пуля, красота, люблю я такие вещи все-таки, вот так вот, ладно, не теряем времени, берем, идем дальше. Так, ребята, у нас опять сигнал. В общем, смотрите, вот с этой ямки выпала вот такая штучка. Пуговичка. Вроде бы целенькая, ушко на месте. Советская. Со звездой. Вот так вот. Ну, находка. Возле машины почищу. Вот такая красота. Ладно, ребята. В общем, у нас дождик ночью прошел. Видно вам? Не видно. Вон тучки надрываются. Смотрите, какая красота. Дождик прошел, земля мокрая сверху. Сигналов стало намного больше. Так что после дождя все-таки ходить хорошо. Ладно, берем пуговицу и идем дальше. Так, ребята, срывается дождик. Ветерок. А у нас наш первый монитосик. Смотрите. Вот она, красавица, торчит. Вот так вот. Одна копейка. Советик. Зеленая. Год. Год не видно. 31-й, похоже. Не знаю, дома почистим. Видно будет. Хе-хе. Вот так вот, ребята. Ну что, берем, идем дальше. Ребята! В общем, дождик срывается. Видно вам, не видно. Не знаю. Был сигнальчик. И смотрите. Ой, блин, вот она, красавица. Вот, торчит. Фух. Монитосик. Ха-ха. Не зря дедушке хавар дали. Вот так. Что это у нас? Не видно. Убитенькая. Ничего не видно. Ладно. В машине почистим. Советик, похоже. Возле машины почистим. Находки покажу. Вот так вот. Эй, берем, идем. Нам вон еще сколько работы. Видно вам, видно. Вот. Все, идем. Ребята, в общем, дождик срывается. Видно вам, не видно, не знаю. Был сигнальчик. И смотрите. Ой, блин, вот она, красавица. Вот, торчит. Фух. Монитосик! Ха-ха! Не зря дедушке хавар дали. Вот так. Что это у нас? Не видно. Убитенькая. Ничего не видно. Ладно. В машине почистим. Советик, похоже. Возле машины почистим. Находки покажу. Вот так вот. Эй, берем, идем. Нам вон еще сколько работы. Видно вам, видно. Вот. Все, идем. Так, ребята, в общем, был сигнальчик. И смотрите, решил вам показать. Сигналов мало вообще. Вот такая штука интересная выпала. Чего-то или часть украшения. В общем, вот здесь она припаивалась сверху, походу. Снизу вон дырочка какая-то была. Вот так вот.
Пошел. Дождик усиливается. Берем. Говорим спасибо дедушке. Идем дальше. Так, ребята, опять сигнал. И вот, смотрите. Вот она, красавица. Куда ж мы без них? Без них мы никуда. Вот так вот. Ладно. Берем, идем дальше. Так, ребята. В общем, сигнал. И смотрите. Дедушка нас радует сегодня. Монитос. Лопаткой ударенный. Ну, походу, копеечка. Вот не видно. Но такая жизнью потасканная. Но копейка. И какая. Вот так, ребята. Ладно. Берем, идем дальше. Тут дождь усиливается. Так, народ, опять сигнал. Дождь все сильнее и сильнее. Смотрите. Вот она какая выпала красавица. В общем, решил показать. Вот такая прелесть. У меня таких еще, по-моему, не было маленьких. Ладно, долго не задержимся. Берем, идем дальше. У нас опять монитосик. Смотрите. Ударил я ее, правда, лопаткой. Видно вам. Вся зеленая. Что-то сегодня одни деформированные попадаются. Все жизнью подтасканные монеты. Ну да, монеты ж. Вот так вот, копеечка походу. Возле машины почищу. Покажу все находки. Вот так. Ладно, ребята, идем дальше. Так, ребята, в общем, дождик гонит нас. Смотрите, вот с этой ямки выпала вот такая вот прелесть. Пломбочка. Вот она. Что-то там написано. Не знаю. Вольф какой-то. В общем, ладно. Не будем мокнуть. Зря. Берем находку, идем дальше. Еще хотелось бы погулять немножко. Так, ребята. В общем, опять был сигнал. И смотрите. Почти на самом верху. Вот она, красавица. Что это у нас? 15 копеек. 40. 45 или 46 года. Блин, ну они все какие-то сегодня пухнутые. Видно вам? Видно. 45-й год. Дождик моросит. Вот так вот. Хе-хей. Берем, идем дальше. Так, ребята, и у нас опять монитосик. Вот с этой ямки. Вот она выпала. Красавица. Советик. Советик. Да, блядь, где фокус? Фокус пропал. О. Десюлик. 50. Какого? Блин, ребята, не видно. 54-го года. Сегодня мы по советикам. В общем, вот так вот. Ладно, идем дальше. Ребята, в общем, смотрите. No comments называется. Дождик прошел. И вот она лежит, красавица. Советский Союз, советик, блин. Щитовик. Вот так вот. 33-й год.
20 копеек. Ребята, прелесть. Помяли ее чем-то. Ну, чем плугом, чем еще. Вот так вот. Класс. Прямо наверху, даже копать не пришлось, ребят. Вот. Дома почистим. Прелесть. Хе-хе. Ладно, берем, идем дальше. Так, ну что, ребята. В общем, пошел у нас дождь. Прогнал. Там он барашки пасутся. Видно. Видно, но плохо. Ладно. В общем, подводим итоги сегодняшних результатов. Смотрим. Ну, это шмурдяк всякий. Так, пуговичка. Вот я ее почистил. Более-менее. Такая алюминиевая, советская. Звезда, серп, молот. Но целенькая. Вот так вот. Дальше. Не обошлось у нас сегодня без пуль. В общем, вот таких 5 красавиц. Вот такая какая-то штучка непонятная. Может, от украшения или от бытовой утвари какой-то, не знаю. Ну, кто знает, напишите, на что похоже. Теперь, нашел вот такую штуку. Не стал снимать, думал, гильза. Когда начал чистить, смотрите. Какой-то пиптик. И вот здесь вот надпись. Надпись я толком разобрать не смог. То ли 6, то ли 9. 6, наверное. Вот так вот. Такая штука. Теперь пломбочка. Ребят. Не знаю, с этой стороны она ударенная. Ничего написано не понял. Тут какой-то вольф. Кто знает, чья пломба, напишите. И по денежкам. Начнем с печального. Смотрите. 1 копейка. Убитая в хлам. Если я правильно увидел. 31 года. Теперь еще 1 копейка. Ну, более-менее живая. Не знаю, почищу. Год так и не разобрал. Вот так вот. Тут вообще ничего не видно. То есть, походу, 3 копейки. Ну, теперь то, что у нас в нормальном сохране. 10 копеек. Блин. Сейчас я положу. Вот так вот. 54-го, если я не ошибаюсь. 15 копеек. Денежка мокрая, мыл ее. 46-го. 20 копеек. Вот, еще сам не глянул. 33-го года. И последняя приятная вещь. Год не увидел. Николаевская копейка, если я не ошибаюсь. Вот так, ребята. В общем, вот такие у нас сегодня были результаты. Ладно. Ну что, ребята, в общем, вот такие у нас сегодня были результаты. В принципе, говорить больше нечего. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Не понравилось, дизлайки, комментируем почему. Ладно, до встречи в следующем видео. Всем удачи, всем пока.